Сегодня 14 мая 2016 года. Вот как народ тут у нас движется. Я у Павла купил 4 кольца. Видите, какие кольца? Большие, толстые, самодельные. Ну, где там могут машина, трактор проезжать. Вот. Вечернее время. Коровушки идут. В городе так кто еще увидит? Какое там молоко продадут? А вот оно несет. Ведро. Ведро несет. Смотри, какая радость. Как идут коровушки. Вот я вышел тут. Это вот два брата приехали. Они родные братья. Вот в этом домике временно живет Алексей Устиновы. Их, кажется, 6 братьев. Им очень удобно жить. Вот они, коровки мои. О, вот Еремия. Вот какие имена у нас. Еремия, Ерема. Ерема – это Ермак. Ну и Василиса его встречает, они друзья. Вот, Алабай. Алабай, добрый день. Алабай, все друзья, на, сними. Я поздороваюсь с ним. Ну, отсюда направляй, чтобы... А, Алабай, он меня вчера узнал. Ты же маленький был, болел. Да я ж тебя заботился о тебе, чтобы хорошо тебе было. Да какой приятный песик, а. Ну, ладно, Алабай. Да, Алабай еще хороший, а. Алабай. Ну ладно, ладно, ладно. Ступай. Давай, ступай. Пошли. Хорошо. Какой цвет у него стал? Он, кажется, не такой был. Рослый, хороший Алабай. Говорят, это помесь. Алабай – это такой здоровый такой пес. И это лайка, вроде бы так, подарили им. Ох, какой. Вот представьте, какие имена по графику называют. Еремия. Это пророк Еремия, найди такой. Вот она идет, Василиса. Эти имена-то, как они говорят, какие певучие имена. У него старший брат Терентий. Понятно как? Вот сейчас, вот он живет здесь. Это старший братик, маленький совсем, Варлаам. Поменьше Назарий. Вот, понимаешь, даже говоришь, и ты понимаешь, что в этом что-то есть. Не по прихоти называли. Все, пошли. Там братья вон вперед прошли. Вот.